Всем привет! Мы снова пользуемся нашим каналом для того, чтобы показать, что пришло к нам в отдел из декора. Сегодня видео не очень длинное, снимаю снова вечером, точнее ночью. Поэтому, если что-то будет бликовать, заранее прошу прощения. Так, что у нас пришло? У нас пришли резиночки тканые. Вот такие вот. С надписью «Лове» черная. Ширина у них 3 сантиметра. Так, дальше. Вот такая вот голубая белой полоской. Черная с серой полоской. Вот эта черная, она поплотнее, чем голубая. Дальше. Холщовая лента ажурная. Она не тянется. Так, и она беленькая, чтобы лучше видно было. Так. 2,5 сантиметра шириной. Дальше. Вот такая вот лента с кружевом. Кружево 2,5 ширина. Лента, наверное, 4,5. Сама вот эта холща. Так, дальше. Такая ленточка. Я на черном фоне покажу. Она такая полубумажная вырубка. Розочки. Такая симпатичная. Дальше. Без гламура не обошлось. Это пришивная аппликация на одежду. Мишка. Так, и вот такая еще Монро. Тоже пришивная. Не термоаппликация. Так, извините за шуршание. Дальше, кружевцы. Это по типу, как вязаные на коклюшках. В общем, хлопок, хлопковая. Ширина 15 миллиметров. Цвет такой светло-бежевый. Дальше еще капроновые кружевцы. Оно очень такое дешевенькое. Но где-то 2 сантиметра шириной. Так, дальше. Вот такие стразы на нитях. Пришли 2 размера. Не знаю, видно будет, нет. Идет ниточка, и на ней стразики. Вот здесь видно. Вот. У нас пришло, значит, 4 миллиметра. Вот так. Черная с серебром, черная с мультиками и белая с мультиками. И вот такая черная с мультиками, нет, с серебром. Черная с серебром, 3 миллиметра. Тоже так же вот на ниточке. Качество у них хорошее, можно на одежду использовать. Так, и последнее, что из декора пришло. Это вот такой бумажный шпагатик разноцветный. Их тут несколько видов. На подарки используют перевязывать. В частности, вот что у нас покупают, для чего. Или вот для поделочек. Сейчас вот домовят разных снова начали делать. Это как бы натуральный материал, поэтому можно там использовать. Потому что, когда шьют домовенка, то стараются использовать там материалы в основном все натуральные. Чтобы был хлопок, была вот холща такая. И пряжу тоже, если волосы делают, или шерстяную используют. Или даже вот берут еще шерсть для валяния. Тоже волосы делают. Так, ладно, я уже отвлеклась. Остап опять понесло. Всем спасибо. Всем хорошего настроения. И всем добра. Пока-пока.